Демократия живет по раз и навсегда установленному распорядку. Сегодня как вчера, завтра как сегодня. И так изо дня в день, из месяца в месяц, до окончания отмеренного судом срока. Алло, мам, я тебя сегодня заждала, ты чего не приехала? Ожидайте подключения телефониста. Мы разговаривали со многими девчонками и поняли, что самое тяжелое здесь, в колонии, не решетки и запоры. Самое тяжелое здесь – то, что нельзя сделать то, что тебе хочется. Даже самое простое. Например, обнять маму. Мы с вами находимся в помещении, где проходит у нас длительное свидание наших девочек с родственниками, с их опекунами. К сожалению, видите, что здесь тихо. Вот. Никто не готовит вкусные блюда для наших девочек. Никто не позовет их утром, чтобы она проснулась и попила чаю. Комнаты, которые здесь есть, они на сегодняшний день все свободны. Когда вы видите вот пустые комнаты, наверное, вот чисто по-матерински душа начинает болеть. Вы знаете, пока я не вижу этих комнат свиданий, я всегда очень рада, когда девочки кладут мне на стол заявление о том, что приедет к ним мама на длительное свидание. Я очень радуюсь за таких детей, что они кому-то нужны. Я наблюдаю за тем, какие телефонные переговоры они ведут со своими мамами, как они раскаиваются, говоря с ними по телефону: «Мамочка, я тебя люблю». Главное, чтобы мама пришла прижаться к ней и вот немножечко почувствовать себя ребенком. Вот что главное. Таких очень мало. Алло, мам, привет. Мам, я тебя сегодня заждала, ты чего не приехала? У большинства этих девчонок там, на свободе, были, мягко говоря, непростые отношения со своими родителями. Я вглядываюсь в их лица и в очередной раз думаю, почему надо случиться беде, чтобы понять простую истину. В твоей жизни нет никого ближе мамы. Да, мам, я тебя люблю сильно-сильно и скучаю. Ты там смотри, это... Береги себя, ладно? Мама – это священное слово. Недаром маленький ребенок произносит первое слово в своей жизни – мама. Одно из первых. И мамы у всех разные, но их девчонки любят, какие бы они ни были. Потому что есть очень много неблагополучных семей. И все равно, когда разговор заходит о матери, у них содрогается голос. Колония живет по раз и навсегда установленному распорядку. Сегодня как вчера, завтра как сегодня. Но когда приезжает мама, всегда праздник. И потому многие девчонки жизнь свою здесь сверяют не по календарю, а по приездам мамы. И когда ее долго нет, время, кажется, замедляет свой ход, настроение портится, и все вокруг, от воспитателя до соседки по комнате, кажутся чужими, враждебно настроенными тебе людьми. Буквально маленький пример из вчерашней жизни. Я вчера была просто ответственным по учреждению, выходной день, и я весь день находилась с девочками. Сделала одной девочке замечание. Ну, платок у нее был неправильно повязан. Беспокоюсь, уши наружу, макушка наружу, на улице мороз, не дай бог простынет. «Лера, одень платочек как следует». Услышала: «Вот, опять Лера, что вы ко мне все пристаете, все меня достали, и что вы вот от меня все хотите». Ну, сотрудник был рядом, там еще один. Он говорит: «Пойдем мы с тобой поговорим». Заострять внимание мне, потому что реакция идет на меня, да? Не стала я этого делать. Поговорили с девочкой. Девочка подходит со слезами на глаза, говорит: «Татьяна Борисовна, простите, пожалуйста, у меня вот такое сейчас состояние, что я вот, мне кажется, все ко мне придираются. Вот все вот, вот что-то вот ждут от меня, что я что-то сделаю плохое». Единственное, что я могла сделать этому ребенку, это прижать его к себе, погладить по голове и сказать: «Девочка моя хорошая, успокойся, все у нас хорошо». Глядя на эти лица, не подумай, что эти девчонки опасные преступницы.
Но достаточно перелистать личные дела, чтобы убедиться в этом. Они много повидали в своей жизни и порой в чем-то даже опытнее иного взрослого человека. Но, может быть, самая главная задача воспитателей колонии – увидеть за внешней бравадой и напускной бывалостью, что они брошенные дети, брошенные всеми, даже своими мамами. Многие, кто к нам сюда приезжает, вот девчонки, глаза такие большие, они испуганные, вот мы в тюрьму приехали, зона, такие все испуганные. А потом они уже, когда выходят в отряд, они уже сами подходят, говорят, ой, у вас здесь так хорошо. То есть вот они чувствуют человеческое отношение к себе, потому что многие, конечно, в семьях, что скрывать, многие из неблагополучных семей, они там вот этого вот отношения-то и не видели никогда. Не пришло ли к вам со временем ощущение того, что несмотря на вот совершенные преступления и страдания, которые они причинили там потерпевшим им семьям, вот эти девчонки все-таки жертвы, прежде всего родителей своих, взрослых людей, которые были там с ними рядом, которые, ну, должны нести бы ответственность, хотя бы ответственность, уж я не говорю про наказание, вот за те преступления, которые вот эти девчонки совершали. Да, бывает иногда такая мысль, особенно когда смотришь, вот в 15 лет она сюда попадает. Ну что 15 лет? Вообще ребенок в 15 лет. То есть, получается, в 14 лет она совершила преступление, пока СИЗО, и вот к 15 годам она к нам попадает. То есть, думаешь, что ты тут делаешь свои в 15 лет-то? То есть, начинаешь уже, да, личное дело смотришь, думаешь, здесь не усмотрели за ней, там могли бы с ней поговорить, бы как-то вот. Не усмотрели, если она совершила такое. Когда слышу, как трудно сегодня работать учителям в школах, всегда вспоминаю педагогов в колонии. А каково им? Но, честное слово, никогда не слышал ни от кого из них жалоб. Может быть, потому что сама работа здесь выбирает тех, кто способен отдавать своим питомцам что-то большее, чем просто сумму учебных знаний. Как, например, Юлия Михайловна Булакова, проработавшая в ПТУ колонии почти 30 лет. Когда они, наконец, заканчивают курс обучения, там, сдают экзамены, радость как за себя? Ну, конечно. Вот группа кончается, они выходят на производство. Они после еще прибегают обязательно там или с праздником поздравить, или просто так спросить, как у вас дела. Ну, удовлетворение от своего труда тоже. Не зря, мы стараемся. Не зря. И все у нас мастера и преподаватели давно уже работают и находят язык с ними общий. Но вы ощущаете, что не досталось большинству из них вот в полной мере какой-то материнской любви? Да. Вот это сказывается, да? Чувствуется, да. Некоторые очень переживают из-за того, что контакт нет с родителями. Потому что бывает, что и отсюда вот они звонят, а с ними на связь не выходят родители. Гудки длинные. Да, да. Некоторые так вот не отходят от тебя. Как-то вот им и дополнительно внимание нужно. Ну, это как бы уже ваша девчонка. Наша, да, конечно. Просто погладить по голове, просто сказать ласковое слово, просто приветливо улыбнуться осужденной. Ничего этого нет в перечне служебных обязанностей воспитателя или мастера ПТУ. Но они понимают, что это очень нужно их воспитанницам, совсем еще девчонкам, которым не досталось в полной мере ни внимания, ни заботы, ни ласки. И вновь, в который раз возникает вопрос, если чужие, по сути, люди понимают, что девчонкам это сейчас очень нужно, то почему же не понимают этого родные мамы? Не понимают или не хотят понимать? Где вы, мамы? Ау! Ожидайте подключения телефониста. Ожидайте подключения телефониста.
Человек вступает в жизнь. 15, 16, 17 лет, когда все впервые, когда очень остро все воспринимается, да? Да. Вот, когда малейшая, значит... критика в их адрес очень болезненно воспринимается. Вот. Вот в этот период надо, наверное, быть особенно внимательным к своей дочери. Нужно чувствовать, да, настрой дочери действительно, и лишний раз не отталкивать ее своими словами, вот не уколоть, как бы, чтобы она отдалилась от тебя, а найти те слова нужные, чтобы вот поговорить действительно вот наедине и поделиться. Вот мама-то должна это понимать. А получается так, что они там заняты... своей личной жизнью, своими проблемами. Мама должна быть как подруга. С мамой, от мамы не должно быть секретов, действительно, и то, что к маме нужно прислушиваться к ее словам. Но девчонки этого недооценивают, а понимают только попав сюда. Но ведь и мама этого не понимает. И вот мама не понимает вот такая этого. Вот встряска, да? Да, действительно, встряска очень большая нужна, чтобы мама это тоже осознала. Вот как у вас шло сближение с сыном? С первых дней непростая была девочка. Она очень долго присматривалась ко всем. Она выбирала себе того человека, с которым можно поделиться, с которым можно поговорить. Проблематично шла вот она на контакт. Но по истечении определенного промежутка времени, как бы у нее этот вот холод прошел. То есть она поняла, что здесь только хотят ей добра, причем добра хотят все сотрудники. И Инна стала оттаивать. Она потянулась. То есть, может быть, того тепла, которое ей не было дано дома, она почувствовала его здесь. Порой могла вот просто поговорить вот совершенно разные темы. А вот у меня с мамой было так, а вот у меня вот так. Она стала откровенничать, делиться с нами. Это был очень большой плюс. Ирина Николаевна, ну откуда же брать столько терпения этого воспитателя? Ну вот такая работа у нас нелегкая. У всех судьбы разные, и каждому нужно подходить с пониманием. Проникаемся как-то к девчонкам, вот, чтобы доверяли и советуем. Опять же, приводим, мы ведь тоже матери. Примером приводим и все их проблемы, радости и горе мы все пополам их делим, переживаем. Терпение, конечно, нужно большое, но... Инна согласилась на разговор, но только с условием, что ее лицо не попадет в объектив камеры. Понимая ее положение, мы даже убрали из титров ее фамилию. А вот почему ты не хочешь, чтобы твое лицо появилось? Моим родителям, я думаю, будет стыдно, если кто-нибудь увидит из их друзей, из родственников, то, что я сижу. Ну, не все, значит, родственники, нет, не все, да? Знают. Поэтому вот я просто не хочу, чтобы да, они знали. Да, просто думают, что Инна куда-то там уехала, да, видимо, да. Учиться, набираться ума, разума. Да. Урок на всю жизнь. Здесь я многое осознала и многое поняла того, чего раньше не ценила и не понимала. По сути дела, как-то так дорожка твоя была куда-то под горочку, да? Да. Почему это так? Почему наоборот не вверх, а... Ну? Упущение. Чье? Ну, упущение, может быть, то, что я сама над собой не работала, и упущение родителей. Я была предоставлена как бы сама себе и делала, что хотела. Например? Ну, может быть, так сказать, первая любовь, мальчик первый. Хотелось спросить у мамы, стоит ли общаться, какой-то помощи, ну, спросить у нее. Хотелось материнской ласки. Она что говорила? Ее просто не было на тот момент. Ага, а ее не было. Потому что... Она устраивала свою жизнь. Каждый человек стремится к счастью. Это естественно и понятно. Но можно ли ради счастья мамы жертвовать счастьем дочери? Казалось бы, ответ очевиден, но, увы. Судьбы воспитанниц колонии говорят о том, что сегодня слишком во многих семьях не думают не только о счастье, но и о детях вообще. Ну вот эти как бы пустые комнаты свиданий – это, в общем, яркое свидетельство того, что
к сожалению, еще в наших семьях, ну, не все благополучно, да? Да это мягко очень вы говорите, не все благополучно. Трагично. Я бы сказала, трагично. Поверьте, Татьяна Борисовна отнюдь не сгущает краски. Мне ее слова напомнили об одной встрече, которая произошла здесь же, в колонии, несколько лет назад. Я сижу по 111 статье. Это тяжкие телесные повреждения. Я избила мужика с бабой. У меня за бабу 112, а 111 за мужика. Просто под руку попались. Я была пьяная. Тебе здесь в колонии нравится? Да, по идее, мне здесь нормально. Когда я жила на воле, вот бывает даже пожрать дома нечего. Ну а тут вот, тут вот, под крышей, всегда накормлена, всегда сыта, всегда чистенько. По идее, у меня есть мачеха, но мачеха сейчас тоже отказалась от меня. У меня вообще никого нет. Это я помню, это мне запомнился случай. Я пришла домой, она пьяная была вообще. Я стучалась, а время вечера, уже ночь была. Я стучусь, я говорю, мам, пусти меня, говорю, домой. Она, где говорит, шлялась, туда, говорит, иди. Я говорю, так, мам, говорю, я застыла, говорю, мне холодно. Я хочу кушать, говорю, я хочу спать. Где вот ночевать, зима еще была, холод. Она потом такая стучится, и она мне, это, доча, я. Я говорю, мам, ты мне, говорю, пустишь домой? Ну, заходи, говорит. Я захожу домой. А дома света не было, это, отключили, что не платит мать. И это, открывает дверь, это закрывает, все, напустил меня. И топор вытаскивает. Я, говорит, я сейчас, говорит, убью. Ты, говорит, мне не дочь, я, говорит, я убью, говорит. Я, ну ты вообще, говорю, что, говорю, с ума сошла? Оттолкнула ее, она уже с топором не махивается, я ее оттолкнула. Убегаю от нее. Я в носках шерстяных и по сугробам прям через огород. Она, я, говорит, я все равно убью, орет меня. Я, говорит, я все равно убью. Я говорю, я у тебя больше, говорю, не приду домой. Ушла к папе, а папа тоже пьяный дом был. Ну, давай, говорит, ложись спать. Я вот посплю, высплюсь. Он утром уже встаю, он мне там приготовит, там горяченькое, как поем. У него еще у папы дома так было. Он живет, у него как гора. Горы спускаешься, он в этой горе живет, дом стоит в этой горе. И у него когда тает, начинает это вот все тает, это вода текет туда, ручейки. И у него домой вся вода заходит. И у него по колено прям вот так вот заходишь домой, прям по колено воды. Я говорю, что опять на лодке плаваешь, он ног говорит опять. У него вместо пола была земля. У него была эта мышка специально, ну мышка это, мышь, простая мышь, крыска вот эта вот. Он когда садится есть, такой зовет ее, она выбегает, так это маленькая такая мышка, он дал ему это кусочек хлеба, он раз утащил, это пошел съест и снова выбегает, понимаете вообще? Я говорю, нифига, он говорит, а меня, говорит, все, говорит, тут мыши, говорит, уже знают. Я говорю, ну нифига, так, говорю, расплодил тут. Вот постоянно так смеялись с ним, вообще так хорошо. Я вообще его любила, вот когда он умер, я прям. Я хочу, чтобы у меня была семья хорошая, чтобы муж был работящий, и чтобы я была тоже работящая, чтобы дети были тоже хорошие, и чтобы, когда я была старая, чтобы они помогали мне, как я им помогала, как я их вырастила. Я знаю, что я выйду, у меня никого нет, а так хотелось, чтобы у меня была мать, чтобы я за ней ухаживала, когда она была старая. Где она сейчас, эта девушка, с необычным и звучным именем Альпина? Как сложилась у нее жизнь? Когда вспоминаю ее, неспокойно становится на душе. Наверное, точно так же, как у работников колонии, когда думают они о будущем своих подопечных. Вот ради чего вот вся эта нервотрепка? Вы же не уходите домой, не закрыли вот дела в сейф и пошли там и думаете о чем-то другом. Может, думаете о них, да? Конечно. Это же не книга, которую можно закрыть и уйти, не дочитав, а потом я приду, прочитаю ее заново. Это живые люди. И они ждут нас, когда мы снова к ним придем. Они любят нас, как мам. Порой даже вот и девчонки подходят, многие говорят, что вы как мама, даже лучше. Это очень приятно слышать.
можно бы было, наверное, обойтись без урока вот такой ценой? Не знаю. Все могло быть намного хуже. Ну что же, я тогда желаю, чтобы в дальнейшем у тебя все было хорошо. Спасибо. Чтобы ты была счастлива, встретила любовь. Спасибо. А вот, кстати, ты задумывалась о своем каком-то будущем? Я об этом всегда думаю. Ну, у тебя наверняка там будет муж, дети, да? Конечно. Угу. И никогда своих детей не отпущу от себя. Буду всегда рядом. В словах Инны, мне кажется, ощущается обида на маму. Как, впрочем, и у многих других воспитанниц, которые ждут не дождутся своих мам и, в конце концов, устают ждать. Особенно тяжело и больно, когда проводится в колонии так называемый родительский день, к которому девчонки готовятся целый год, шьют костюмы, придумывают концертные номера. Они хотят показать мамам, что стали уже совсем другими, взрослыми и умными, беззаветно любящими. Но только к трети осужденных в этот день раз в году приезжают мамы. У таких мам всегда есть оправдание. То жизнь тяжелая, то безденежья, то дорога дальняя, то все вместе. Понимаю, то, что сейчас скажу, жестоко. И тем не менее говорю. А может быть, просто не нужны дети? Без них проще. Никто не мешает устраивать личную жизнь. И еще хочется сказать таким мамам. Это сейчас вы нужны своим дочерям, а очень скоро уже они будут очень нужны вам. Не аукнется ли? Ко многим девочкам не приезжает никто. Ни посылок, ни писем. Они пытаются позвонить. И подчас вот эти звонки домой заканчиваются слезами. Слезами заканчиваются они не только для наших девчонок, но и для воспитателей. Потому что, позвонив домой, берет трубку пьяная мама, которая не может даже узнать своего собственного ребенка, бросает эту трубку. Девочка, расстроенная, убегает от этого телефонного аппарата. Ее принимают психологи, воспитатели в отряде. И работаем до ночи для того, чтобы ребенка как-то успокоить. Хотелось бы побольше родителей здесь у нас видеть. Но, к сожалению, не всегда это получается. А подчас родителей лучше и не видеть, и не слышать. Многие девчонки, которые прибывают сюда, в колонию, уже не верят ни во что. Потому что там, на свободе, они были преданы самыми близкими людьми. И друзьями, и подругами, и очень часто мамами. Вот здесь то место, где они вновь обретают интерес к жизни и какие-то надежды. Светлана Петровна Варфоломеева – один из тех людей в колонии, которые им в этом помогают. Светлана Петровна, вы не можете жить, наверное, без того, чтобы не брать вот этих несчастных за руку и не вести их. Естественно, их боль, она прежде всего наша боль. А православие для меня, наверное, главнейшее в жизни. Что может быть? Потому что здесь истина. Поэтому мы к этой истине хотелось, чтобы дошли наши воспитанницы. Наша основная, конечно, задача – немного показать им, что все-таки жизнь-то она есть очень чистая, красивая, хорошая. Говорим, да Господь создал нас, значит, нужно и идти жить по заповедям Божьим, никак не устраняться от этого. Вот. Поэтому нужно поработать над собой. Здесь вы можете очиститься. Самое главное – покаяние, очищение. Жизнь-то она серьезная, что она очень коротенькая, и терять ни одну минуту нельзя в этой жизни, вот на такую пустую жизнь. Надо обязательно идти к Богу. И они идут, они приходят сюда с последней надеждой. А кто еще поможет им вернуть своих заблудших мам? Ожидайте подключения телефониста.
Да не подключается.